Подозрения о хищении средств коммунальных предприятий появились после того, как работники прокуратуры начали проверку КП, инициированную губернатором. Причиной тому стал конфликт между Облэнерго и КП «Харьковводоканал». Последние задолжали энергетикам более 400 миллионов, и те отключили им насосы. В итоге полуторамиллионный Харьков остался без воды. И хотя отключение было два длительностью по несколько часов, в конфликт вмешался губернатор. Энергетики насосы включили. КП «Харьковводоканал» по реструктуризированным долгам пообещали платить, а прокуратура начала проверять деятельность городских КП и уже через два дня открыла уголовное производство по факту хищения имущества должностными лицами коммунального предприятия «Жилкомсервис». Продолж 2012-2014 років службові особи комунального підприємства «Жилкомсервис» уклали низку договорів на постачання товарів, виконання робіт, надання послуг з підприємствами, які мають ознаки фіктивної підприємницької діяльності, перерахували на їх розрахункові рахунки 25 мільйонів гривень для подальшого переведення їх в готівку та заволодіння. Сейчас, говорит Стратюк, все фирмы, которым «Жилкомсервис» перечислял деньги, находятся или в стадии ликвидации, или банкроты, или вовсе отсутствуют по адресу регистрации. Какие именно услуги они оказывали коммунальному предприятию, в прокуратуре не уточняют, тайна следствия. Как и не говорят, имел ли отношение к этим структурам Евгений Жилин, руководитель организации «Оплот», который, по данным СМИ, с благословения мэрии занялся обнальным бизнесом. Именно отсюда заказное убийство одного из братьев Слоневских, которое, по неофициальным данным, также владели конвертационными центрами. Сам Жилин сейчас комментарий по этому поводу дать не может. Он скрывается от украинского правосудия и находится, скорее всего, в России. А вот в горсовете комментировать уголовное производство просто не считают нужным. Так заявили в пресс-службе мэра. Его заместителей тоже не оказалось на месте. Поймать удалось только директора КП «Жилкомсервис» Александра Яковлева. Правда, увидев камеру, он сначала закрылся на ключ в собственном кабинете и с кем-то около четверти часа совещался по телефону. Да и потом оказался немногословным. Я никак не могу ничего прокомментировать, потому что мне об этом ничего не известно, и поэтому каких-либо дополнительных данных я не имею. Мы вам сообщаем. Спасибо вам за то, что вы приносите добрые вести, в кавычках. Но еще раз вам говорю, что у меня данных никаких нет, поэтому прокомментировать больше ничего я не буду. Вспоминать, каким именно фирмам и за какие услуги за последние три года «Жилкомсервис» перечислял деньги, Яковлев отказывается и стремительно удаляется, только в конце добавив, и не только уголовные дела переживали. Много в чем обвиняли «Жилкомсервис» очень давно. Ну и что из этого? Действительно, еще в 2008 году в отношении должностных лиц «Жилкомсервиса» уже возбуждалось уголовное дело по факту растраты 3,5 миллионов гривен. Правоохранители называли те же схемы. Существовали фирмы, на которые переводились деньги. Однако до суда оно так и не дошло. Впрочем, в тот период потерпели фиаско и были разбиты в судах практически все уголовные дела против городской власти. И Яковлев был уверен, до него не доберутся. Никаких растрат никогда на КП «Жилкомсервис» не было, нет и не будет. Сегодня директор КП «Жилкомсервис» эту фразу не повторяет, хотя в рамках уголовного производства еще никому не объявлено подозрение. Между тем, к инициативе прокуратуры подключились и депутаты горсовета. Так, Анатолий Родзинский направил в КП депутатские запросы с требованием предоставить ему финансовые документы. Говорит, в них доказательства того, что деньги, которые харьковчане платили за коммунальные услуги, обналичивались. С целью разобраться финансовых показателей этих двух коммунальных предприятий, с кем они заключали договора за 2011, 2012, 2013, 2014 год, и куда ушли, собственно говоря, деньги, которые были заплачены харьковчанами. Потому что, насколько мне понятно, насколько я себе представляю, то схема их работы приблизительно следующая. Собираются деньги, дальше они оплачиваются фиктивным, несуществующим компаниям, превращаются в наличные, и 15, может быть, 20% от договорной тендерной цены, от тех денег, которые были якобы оплачены, идет реальным рабочим, которые за них что-то чинят. Причем такая схема, говорит эксперт по вопросам ЖКХ Михаил Гаевский, напрямую повлияла на то, что харьковчане могли остаться без тепла. Дело в том, что именно «Жилкомсервис» в соответствии с внутренними договорами собирал дополнительные средства для коммунальщиков, но не отдавал их. Деньги обычно перечисляются на основании каких-либо документов, в данном случае договора.
Как это происходило, ну, по крайней мере, как мне это стало известно, я уже рассказал, что они себя начали почему-то именовать балансодержателями, ну, лже-балансодержатели. И таким образом принуждали коммунальные предприятия вот, обслуживать внутридомовые сети, а с людей незаконно взимали деньги. Вот там и заключается их криминальная деятельность. Директор КП «Харьковводоканал» Иван Каринько по телефону АТН подтверждает, почти половина его долга перед энергетиками – это действительно деньги, не полученные от Яковлева. Этот долг, а также долг ХТС перед КП «Харьковводоканал» и не позволяет ему расплатиться с энергетиками, говорит Каринько. Впрочем, прокуратуре засомневались и в честности его слов. Открыто производство по факту хищения средств и КП «Харьковводоканал». Кроме того, в прокуратуре обещают проверить и деятельность других городских коммунальных предприятий. Марина Николаева, Анна Юрченко, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».